И сегодня у нас прохождение по Майнкрафту. Карта какая? 2. Какое нахуй прохождение по Майнкрафту, Ваня? Ты что, ебанулся, что ли? Где ты, блядь, Майнкрафтеров здесь увидел? Давай ебанем с тобой историю. Ага, давай. Ребяточки, с Новым годом, я запустил новогодний стрим вместе с... Иваном Золотой 2004! И сейчас на этом стриме мы будем чики-бринкаться в попочку, смотреть видосики на ютубе и просто люто заваливать, наваливать контента. Поэтому заходим по ссылочке на стрим, не пропускаем. Все, сделали. Понял историю, как делается? Чики-бринкаться? Да ты не бери в голову даже. Бля, я забыл ссылку на мой стрим. А, вот она. Ты смотрел мой вчерашний стрим с Бустером и Содой Лавом? Папа мой смотрел. Что сказал? И почему ты не смотрел? А я был занят. Чем? Снятие ТикТоком. Для тебя ТикТок важнее друга? Нет. Ну так, а что папа хоть сказал-то? Ой, я не помню. Он не сказал, типа, там, что-то, что я там неадекватный, нет? Нет. А, тогда супер. Тогда супер. Итак. Итак. Все, Ваня, ебать, мы навалили лютого битла. Кстати, чувачки, кто будет сейчас брать наш бит, использовать его в своих треках, сразу говорим, типа, придется отсыпать нам конкретно плотненький процентик за это. Ваня, не хочешь ебнуть ашкудишечку? Нет. Тогда убери ее нахуй отсюда. Вот и правильно. Потому что нельзя курить ашкудишки. Знаешь, что, Ваня, я бы хотел? Что? Я бы хотел посмотреть сегодня, вот мы никогда так не делали, видосы про нас, пародии на нас, то, что про нас делают, и как-то прокомментировать, повзаимодействовать с людьми, которые делают про нас видосы, всякую хуйню. Давай. Давай. Очень жаль, что ты посмотрел пародию на нас, которую я тебя просил не смотреть. Это очень странно было с твоей стороны. Если честно, такая пародия, которую я посмотрел, она была очень кринжовая. Ну давай, значит, мы ее еще раз посмотрим, и ты объяснишь, в чем кринж. На давай. Меня это вообще не похоже. Давай сейчас будем это отсматривать с тобой, секунду. И ты скажешь конкретно, в чем кринж. Просто, может, я не понимаю. Может быть, просто я не понимаю. Кстати, как нам одеть наушники? А, смотри, я одеваю наушник сюда, а ты одеваешь наушник себе вот сюда. Вот вот так у нас одни наушники на двоих. Итак, пародия на Ивана Золу. Так, все, ты готов? Да. Сейчас выведу нам аккуратненько, чтобы мы видели. Вот так вот, бейм. Бейн. Итак, чатик. Так, а вебочка небольшая? А должно было, да, слышно и тебя в микрофоне. Да-да-да, хочешь мы выключим эту функцию? Оно, она просто помогает нам понимать звук. А, вы стримите? Да, здорово, братанчик, подлетай, подлетай, поздоровайся. Привет. Здорово всем. Что-то я, по-моему, соскучился, верите? Да я тоже скучал, да. Братанчик, вот он. И поцеловать нельзя тебе? Нет, нет, просто типа обнимать. Ну, поцеловать... Просто по-братски. Я просто привык типа целовать. Только поздороваться. Только поздороваться. Нет. Что ты такие нетактильные? Да, бро, ну просто типа понял, такие, такое воспитание. А чем вы занимаетесь, я вам не мешаю? Мы будем смотреть пародию на нас, но у нас два наушника. А, давайте я буду третьим. А куда, у тебя есть типа наушник куда вставить? Да. Ну, давайте просто смотреть. Ну, давай смотреть, ладно. Ты тут без звука посмотришь, да? Да, окей. Окей. Ты ебанулся. Иди нахуй сюда. Какой без звука, блядь. Так, все. Ваня, готов? Сейчас будешь объяснять, аргументировать, в чем тебе не понравился видос про нас, в чем кринжатина конкретно, почему на тебя не похоже, что не так сделал автор. Ты видел, как он это делал? Сейчас увидим. Вот так. Сейчас увидим, Ваня. Сейчас увидим. Поехали. Всем привет! После последнего стрима с Никоглаем... А, у нас идет звук в колонке, и его цепляет микрофон, а нам нужен звук в наушнике. Сейчас, секунду. Сделаем, чтобы звук шел в наушнике. Смотри. Так, секунду. Свойства. Beam. Boom. Bam. И сделаем здесь на компьютере. Beam. Boom. Подожди. Bam. Я ушел по своим важным делам. Всё. У вас стали появляться вопросы. Ваня, повтори, пожалуйста, еще раз. Почему тебе прямо сейчас надо уходить со стрима? Блин, Коля, мне нужно срочно идти драть. Останови на паузу. То есть ужин. Так. Я что, вот так вот с тобой говорю? Типа закрываю постоянно глаза и вверх их поднимаю. Не знаю. Возможно, нет. Возможно, да. То нет, есть... конечно. Такого не было. Такого не было? Нет.
А, все, окей, сразу тогда подмечаем. У нас онлайн 322 тысячи человек, Ваня. Нам донатят по 10 тысяч рублей в секунду. Нам еще казино рекламировать, ты это понимаешь вообще? Да, блин, мне нужно ужинать, все. Скинь мне мои деньги, я пошел. Все, пока. У вас появились вопросы. Чем я все время занят и как выглядит мой обычный день? Приятного просмотра. У меня... Это очень похоже на тебя, разве нет? На все. Нет, не похоже. Очень похоже, но ты именно так и говоришь, именно приятного просмотра. У меня все... Но я же не говорю так медленно. А, ты типа... Я говорю быстрее. А, он медленнее просто говорит, в этом еще его. А, ну прокол. Очень медленно говорил, Ваня не так медленно говорит. А, нет, у меня не все. Или все. Или не все. Нет, не все. У вас появилось в начале дня. Такого никогда не говорил? Нет. Если у тебя все, то значит плотно, железно у тебя все. Да. Все. У меня все тогда. Мне, конечно, нужно покушать. Было такое. После такого никогда не было. А, никогда не кушал на видео? Я такое, возможно, только на стриме говорю, но не в самом ТикТоке. А, все, окей. Ну, тоже не похоже тогда, получается. Да, не похоже. Пиздец, как не похоже изображал. Ну, ладно, посмотрим еще, как меня изобразит. Я тоже, может, ставлю пару копеек своих. Да, занимаюсь спортом. И чё это? Эта гиря весит 30 килограмм. Какое 30 ладно. Килограмм, если тут всего 1 килограмм, наверное, или 3? Думаешь? Наверное, да. Ну, может и 30-ку весит, а может быть титановый сплав. Ну, как-то маловероятно. Ну, да, маловероятно, может быть, понял, титановый сплав, и она может весить под 30-ку, под 40-ет, ну... Все это был дикий рофл. На самом деле, дикий рофл, то ладно. А, так он дико зарофлил, а ты его осуждаешь. А, он меня заскамил, ну ладно. Ну, Вань, тоже смотри тогда до конца, прежде чем осуждать. Так я смотрел это, давай еще раз. Видимо, я... Забыл. Да. Забыл. Зминку под музыку. И выглядит это вот так. Это выглядит еще более деревянно, чем я танцую. То есть он хуже, он станцевал хуже, чем ты. Ну да. То есть даже ты ебанул бы танец лучше, чем он. Он показал вообще не похоже. И то гибкие, гибше. Что да. Гибше? Гибкие сделаны для танцы. А, танцы гибже? Да. А, ну окей. А в постели ты гибкий или как? Ну, типа, когда спишь. Знаешь, когда спят люди, вот это называется в постели. Узнаем типа. Вне стрима. Это вообще не те движения. Так он не хотел воровать твое, он решил придумать свое. Ну ладно. Типа он просто придумал свое, ну что ты. О! Ой, хорошо дал, да? Пролетают бабочки. Ну, нормально. Нормально дал? Почему он учил это 10 часов, если это учится всего полчаса? А, он это 10 часов учил, да? Да. Быстро выучил танец легкий. Вот здесь он быстро выучил, видишь? Угу. Давай посмотрим. Он сразу начал. Смотри, как быстро. Ничего после себе. Этого, конечно, нужно восхищаюсь. Кушать. Чего? Не после того, как я размялся, мне надо делать уроки. Мой любимый предмет — это английский язык. Нело, Мупамес, Иван. Палочка, а, он поменял его, не знаю, булка. Что. Что я плох в английском языке. А, и начнешь прехать на английском просто по-страшному. Ты не понял даже, да, этот момент? Он думал, наверное, что ты, ебать, американец, понял? Бля, ну вот тупой. Делает, понял, пародию и даже не знает человека, понял? Думал, что ты какой-то именно с Америки приехал и начал шпрехать конкретно плотно на английском. Хотя я, возможно, что-то шаю в английском. Вот смотри. Ты что-нибудь понял? Вань, давай посмотрим пародию. Давай. Палочка и Оле Сузгдиск, Бекаусе, палочка, амтиктокер. И после английского нужно не забыть покушать.
Я что, так много кушаю, что ли? Ну, у людей сложилось такое впечатление, что да, не похоже, ты не так много кушаешь, это обман. Нет, конечно. Это обман, ребят, Ваня, не так много кушает, типа, пародист. Ну, перед тем, как делать какие-то пародии, ты мог бы хоть, я не знаю, блядь, хоть подузнать немножко человека, позвонить Ване, да, на телефон, спросить хотя бы, да? После такого продуктивного начала дня меня ждет дневной сон. Извини, Вань, одевай, стой. А я сплю прямо в наушниках, да? А ты что, их снимаешь? Конечно. Просто много раз люди видели, я могу тебе даже показать, есть видео, где ты в наушниках, например, стреляешь из лука, занимаешься стрельбой из лука. Также есть видео, где ты в наушниках занимаешься мастурбацией. То есть есть как очень много видео про фуд, где ты, ну, часто в наушниках. Однако ходишь. Это не я. Это не ты был? Нет. А, ну окей, ладно, если не ты, тогда окей. Если что, это скрипит дверь. После дневного сна нужно покушать. О, спасибо за 500 рублей. Ванечка, приветик, котик, с наступающим тебя, Поповская. Поповская, спасибо за 500 рублей, спасибо, спасибо. Ванечка, да, приветик, спасибо. Трактор, спасибо тебе тоже. Чего, я не слышал донат, чего она сказала? Она сказала, Ванечка, приветик, котик, с наступающим тебя. А, спасибо большое, и тебя также. Сразу въезжаешь. Так, смотрим пародию. Кстати... Спасибо большое за 1 миллион подписчиков в моем ТикТоке. И в честь этого события я решил побриться. Готово. Было, Ваня, ну было. Ну было такое, ну скажи честно. Чего он изображает? Я не то место боил. Я вообще-то голову свою это постригал. Ты хочешь сказать, никогда в жизни не брил там? Нет. А, ну тогда ладно, тогда ладно. Брови у меня тоже немного заросли, поэтому мне нужно подровнять кончики. Мне идет. Теперь я похож на скалу Дуэйн Джонс. Это реально ты, копия, нет? Ну, похоже. Я ей говорю. Хотя нет, после стрижки я есть не буду, потому что скоро у меня пройдет стрим с Никоглаем. И мне нужен будет повод для того, чтобы оттуда свалить. Опа! Свалить? В смысле? Свалить со стрима. Ты понял вообще суть? А. Человек подозревает тебя в том, что ты специально не ужинаешь, не кушаешь перед стримом, чтобы у тебя был повод отсюда свалить. Это правда, Ваня? Нет, конечно. Тогда смотрим. Скоро у нас будет стрим, но сначала я хочу поснимать... свои видео. Ставь на паузу. Почему на каждом видео по 536 тысяч лайков? Ну, потому что у тебя так много лайков. Это все одинаково. Однако я зашел к нему на его аккаунт, и там не было такого. А, ты думаешь, это типа он монтаж делает какой-то? Да, он монтаж это сделал. Типа, это не настоящие лайки, он просто в монтаже себе поставил. Конечно, накрутил, можно конечно. Сказать. Конечно. Накрутил, да? Нет, не накрутил, а просто монтаж поставил. Ютуб-канал Ченский, ребята. Просто чувак монтажирует себе лайки. Это тоже, да, скорее всего, монтаж? Нет, конечно, это уже реально. А, это уже реально. 73 тысячи лайков, это уже реально. А здесь ни одного дизлайка, видишь, нету? Никто а, не потому что их уже нету. Можно просто поставить «не нравится» и все. О, Зерновка, хорошо, смотри, что пишет. Хорошо отпраздновать Новый год меньше, чем 3. Хорошо отпраздновать Новый год. Зерновочка, спасибо большое. Спасибо тебе. Большое. Спасибо большое. Слушай, ну мы запомним, что чувак просто ну взял монтажом себе лайки сделал. Типа, я в ТикТок поддержку напишу. Хорошо? Ага. Мы будем разбираться по этому факту. Ебать, это твое видео? Это его видео. Это ты? Кстати, это видео собрало 11 миллионов. Тикток я снял. И, кстати, так как скоро Новый год, мне родители уже подарили подарок. И сейчас я первый раз его открою. Что там, Вань? Вау! Мне подарили новенький спорткар! Похоже, да? Ну, похоже. Ну, было же такое у тебя. Ну, да. Ну, все. Сейчас я пойду на стрим к Никоглаю. Вань, у нас сегодня с тобой огромный контент-план. Меня вот, но знаешь, мы... что взбесило, что я не понял? Чувак, чтобы снять это видео, ты видишь, угу. Он ко мне в хату залез. Это же моя квартира. Ну, может быть, похоже.
Это моя квартира, вот, это мой диван, это мой телевизор. Он залез, типа, пока меня не было, пока я в магазин ходил или что-то, залез ко мне в квартиру, чтобы снять видео. Нет, смотри, ты сейчас в Москве, а он взломал твой дом, и он сейчас в Молдовии. Так на момент съемки видео он взломал, типа, я говорю, возможно, приехал туда, когда я там выходил в магазин или что-то еще. То есть он, типа, пришел и, типа, просто... Кого впустили? Катана впустил его в дом, видимо. Кого? Вот его, ко мне в квартиру. А. Прикинь? Я даже не знал, видишь, это же он у меня в комнате сидит. Угу, ясно. Он заходил ко мне в комнату, чтобы снять видео, а к тебе, видишь, это не твоя комната, он к тебе попасть не смог. Угу. А у меня именно прям в комнате снял, пиздец. Начнем мы с теста на IQ. Давай. Итак, Ваня, такой вот вопрос. Где на картинке, посмотри картинку, где на картинке находится цифра 3? Да. Где? Цифра 3. Ну, в середине. А, ну это легко. Справа. Вань, ты долбоёб? Да. А теперь поставь на паузу. Так. Мне кажется, он на меня строит еще тупее. То есть он делает, типа, вид, что ты тупой, пародия на тебя, что, типа, ты очень тупой. Ну да. Ну, а Ченск... это мне как-то обидно. Ну это обидно, что за хуйня вообще? То есть ты, бывает, глупишь, да? Ну можешь там тупануть, что-то забыть, но ты же не тупой, блядь. Ну да. Ну вот я об этом же говорю, блядь. Ченский, ты ебанулся, что ли? Вот, ну спокойно же ты знаешь, где здесь цифра 3. Это кто? Это Амина. Ебать, она в сапогах по дому ходит. Вы не видели? Кого не видели? Да. Ванна спит, отдыхает. Я его не помешаю, я тут на фоне пишу. Ну хорошо, без проблем. О, пропускаем донатик. С наступающим, ребята. Буду рада, если передадите привет. Маша, дождь пошел, привет тебе. Я не вижу. А, Маша, дождь пошел, передаю тебе привет. С Новым годом. Полечка, спасибо большое за 2000 рублей, спасибо. Ваня, смотрим дальше видосик? Да. Погнали. Ой, нет, то есть нет. Слева. Подожди, это ты сейчас просто прочитал чат, выбрал первое попавшееся сообщение и решил мне его прочитать, да, Ваня? Нет. Сука, Ваня. Ну, Ваня. Ну, похоже, ну, похоже на меня немного, похоже. Знаешь, чем мы сейчас с тобой будем заниматься? Нет. Смотри, сейчас мы с тобой будем играть в Knife X в режиме краш. Ах ты, сука, вставил, прикинь, рекламу в нашу пародию. Представляешь, рекламу вставил. Угу. Некрасиво, да? Ну да. Ну да. А, ответь на него хотя бы хорошо, постарайся. Просто, как меня зовут? Не глотай. Ой, тьфу ты, тьфу, Никоглай. То есть ты думаешь, что меня в паспорте зовут Никоглай? Кстати. Реально похоже на тебя, нет? Бывало так, что тупишь иногда. Я тебя никогда не называл Никоглай. А только что ты как меня назвал? Никоглай. Нам донат по имени. С наступающим. За сколько бы отдался Ване? За сколько бы отдался Ване? За... Ну, давай за 415 за... рублей. За что? Ну, типа, отдался, как подался, понял? Играли бы в прятки, во что-то еще, я поддался тебе. А, ну можно. Удачи можно. В новом году. Надеюсь, Ваня получит AirPods, чтобы рука не болела, ха-ха-ха. AirPods? Мультсуч, да. Ческоли. Спасибо, Саня Гуд, за 500 рублей. Спасибо, поехали дальше. Ну, у меня осталось ладно. 24 минуты и 35 секунд. Это, я ухожу. Это четкая пародия на тебя. Да ты точно так же делал, если помнишь. Ну да, у нас, скажите, сколько осталось? 33 минуты. Повторяется история? Да, повторяется. И Меркурий, пожалуйста. Смотри, Вань, чтобы не было проблем. Пожалуйста, ответь мне просто на вопрос. Как меня зовут? Так, Никоглай, значит. Кстати, слышишь, Вань? Я микрофон выключу. Я реально выключил, видишь, мы пропали. Я хочу это что? Это... А, стой, нас слышно? Да. За столько отдашься Ивану. Алло, все, нас слышно, Ваня. Все, аккуратно, не пали про наши планы с тобой. Все, ребята, подожди. Смотрим видео. А, сейчас Ваня пишет сообщение. Здесь просто вскрылась информация про Ваню. Всплыла именно неожиданно, резко, и я выключил звук. За сколько отдашься Ивану, Полечка, 2000 донатила? Я уже ответил. Ваня, с наступающим тебя, трахни меня.
Ваня, с наступающим тебя, трахни меня. Ну, это ж, это не я же говорю, это же вон задонатили. Это же вон задонатили, понял? Это что за звук был? Это что за звук был, Вань? Ты пукнул? Нет. Как нет, ты бзданул жестко только что, нет? Просто плотненько бзденкнул. Просто, блядь, на всю комнату ебануло просто газом, нахуй. Водородным. Нет? Братики, с наступающим вас. Желаю всего-всего самого наилучшего. Спасибо, бро, за 500, спасибо. Вань, что ты там, общаешься с подругами, с одноклассницами? Спасибо, Котик. Глиша. Счастья вам в новом году, Зе. Пообщался с одноклассниками? Да-да-да. Можем стрим продолжить? Да. Супер, Вань, спасибо. Сколько нас смотрит, кстати? Сейчас скажу. 29 зрителей. Поехали. 29. Вот, смотри. 6, 5 и 3. Видишь? Это подарки, ты чё? А, тогда не знаю сколько. Ну, плевать. Не важно, сколько смотрит, правда? Важно, сколько сантиметров пенсил. Согласен? Ну ладно, давай наушник. Давай, держи. Это дверь. Поехали. Значит, тебя зовут Никок. Ёбаный лысый сброс. Крепкий ты, сука, орешек. Ладно, все. Давай просто посмотрим на результат, на твой ноль. Ты что, опять бзднул только что? Нет, это вот тебе приходит сообщение. Ты точно не сидишь, не бздишь, нахуй? Нет. А, ладно, смотрим. И пойдем уже дальше, хорошо? Ха-ха! Ха-ха! Ноль! 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 Вообще на меня не похоже. Да, на тебя вообще на меня не похоже. Чтобы я смеялся с какой-то хуйни. Чтобы я с какой-то хуйни, блядь, сидел, ржал. Это вообще, блядь... У него 264, у него бы вышло еще больше. Это вообще пиздец. Чувак так не похоже изображает. Кстати, одень вот эту хуйню. Это зачем? Лисьи ушки. Супер, ну на аву типа люди поставят, понял? Сейчас жабочку выиграл. Ой. Я думаю, на аву ебанули себе нормальные пацаны, мы смотрим дальше. Ага. Ваня, ты видишь свой результат? Вы видите? Это больше, чем у Эйнштейна! Я больше. Знаю, я просто дико рофлю. Кстати, у меня осталось 19 минут 38 секунд. А ты почему в потолок смотришь, когда говоришь время? У тебя там часы типа висят? У меня около моего телефона был планшет. А, понял. Донаты пропусти, когда на поотвечаем на донаты, пока паузу ставим. Хотя я могу сам их пропускать. Сам могу их пропускать. Так. Передайте привет Христиночке и Яночке. Кристине и Яне передаю привет. Кристина, Яна, плотнейший вам саламчик закидываю. С наступающим. Передайте, пожалуйста, привет Алише. Алише, передаем привет. Алише, да, плотнейший саламчик закину. Ванечка и Коленька, с наступающим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, бро, спасибо. Ваня, подпишись на меня в инсте, просит чувак. Не подписывайся за 500 рублей, скажи мало. Ваня, скажи мало. Подпишись на меня в инсте. А я что, продажный? Тоже правильно. Скажи, если что, говори, типа, мало. Вот так говори, мало. Давай, поехали. Ваня, насколько я знаю, вот, поправь меня, если эта информация неверна. Ты прикупил себе новых шмоток недавно, да? Это было. Да? Покажи нам свою новую футболочку, Ваня. Брав, став. Я, кстати, купил еще себе новые трусы. Ваня, не надо. Что? Все, садись. Я бы никогда не показал. Ты никогда не покажешь трусы? Нет. А если сейчас закину донат 279 тысяч рублей, ты покажешь трусы? Ты это выложишь в себя в инсту. Нет, это на стриме. Вот если прямо сейчас залетит донат 279 тысяч 345 рублей, ты покажешь трусы, честно скажу? Ты понимаешь, я опозорюсь. Даже за 279 тысяч 329 рублей ты не готов? Да. А, ну тогда не надо. Ладно, поехали. У нас 28 минут осталось. Крайний вопрос. Нахуя ты сидишь в двух наушниках? Что? Оглушил ты меня! А, да, я же забыл, в наушниках слышно звук с микрофона. Ну реально смешно же было. Ох, мое ухо! Одень эти наушники поверх этого. Они не рабочие. Так все равно, одень этот и сверху эти, и будет работать, понял? Этот сначала одень. Нет, я лучше дальше их буду продолжать слушать. Вот так, и теперь вот эти одень. Передайте, пожалуйста, привет Родиону Спиридону меньше, чем 3.
Родиону Спиридонову передаю плотнейший саламчик, вкидываю. Смотрим дальше? Ну да. Смотрим. Ты будешь оценивать стримерш и выбирать... Ты опять бзнул жестко. Да. Из них самую лучшую, самую красивую, самую классную. Та, которая будет в будущем твоей женой, с кем ты будешь там джбынькаться в попочку. Ну, все как нужно. Да, давай. Смотри, Вань. Выбирай одну из этих стримерш. Называй ее ник, и я ее выберу. Так. Давай. Кеуегеп. Подожди, подожди, что ты сейчас сказал? А какой ник здесь и здесь, реально? А тут Абгиоап, а тут Аигитаиси, Аигитаиси. А здесь? Нет, подожди, Аиси, Аиситаси. А здесь? А Абгиоап, Абгиоап. Я знаю катана, я знаю катана, все. Иван. Что? Он прямо так и прочитал. Ты понял? Ты идеально прочитал. Что? Понял, блядь. Давай дальше. Ты идеально прочитал. Вот здесь прочитай. Вот здесь прочитай. Так, это у нас кто? Кухиуа. Так, а здесь? А тут Ди Гипепс. Правильно, я выбрал Ваню. Ваня, Ваня, все, стоп, у меня уже... Вот здесь какой? Что? Мне кажется, я сейчас с этим словом я матернусь. Это Энельгопас, Ваня, идем дальше, даже не читай. Энельгопас, Энельгопас, просто ник стримерши Энельгопас, и все. Что тут по-другому? Энельгопас, это нормальный ник, обычный, самый стандартный, блядь. Колечко Ванечка с наступающим. Хорошего вам стрима. Спасибо большое, спасибо. И тебя тоже с наступающим. Спасибо, бро, за 500 рублей, спасибо большое. Приятно, запускайте все, кто там накинул. Нам с наступающим, ребята. Передайте, пожалуйста, привет Лёше из Иркутска и Ярику с Владивостока. Лёша из Иркутска, откидываю плотнейший саламчик. Привет, Лёша. С наступающим. Ярику, передайте, я забыл. Привет Влади и Ане. Влади и Ане, передаю привет. А он кинул всего 5 евро. А, нет, 105 евро, это норм. Это норм, извиняюсь. Чё-то Ваня, я передай мне ваш... привет. Меня зовут Яша Лава. О. Чё, Яша, я передаю тебе привет. А фамилию почему не назвал человек? А ты передай сам и узнаешь. Лава, передаю тебе привет. Норм. Да. Нормально. Ваня продался, не любит своих подписчиков, не хочет на инсту подписаться. Эй, Ваня, не слушай этих людей, они давят тебе на совесть. Меня Коля держит в заложниках. Передайте привет Леве Сарксину и всей его семье. Неправда. Что там сказали? Передай привет Леве Саргасяну и всей его семье. Леве Саргасяну передаю привет. С наступающим вас. Ваня, передай Кате, что я ее люблю. Да заебали вы с передачами, вы что, ебанулись нахуй? Стрим по передачам, а ну, катана, блядь, тормозни. А ну, суки, тормозните, блядь, сука, с вами, с вашими ебаными передачками. Вы что, ебать? Вы что, в тюрьму пришли, чтобы мы вам передачки всем хуярили с Ваней, блядь? Заебали, сука, я уже не могу, все, смотрим видео. А-а-а, что за хуйня? Вадик, это пиздец, Ваня, все. Выиграла Миа Бойко. Просто Энельгопас был ник на стриме. Как-то неправильно начал читать. Молчи, Ваня. Смотри, Ваня, давай так. Если ты сейчас это скажешь да. матное слово, я дам тебе 100 рублей. Ты чего? Какие 100 рублей? Коля, вышвырни его отсюда. Ладно. Все, было. Ваня, такое было. Ваня, такое ну, было. Ну, я немножко испортился, но теперь я нормальненький. Вань, ну такое было, ты знаешь. Это через месяц все забудут об этом, наверное. Никто об этом не забудет, это останется в истории. Об этом я уже договорился, я буду писать в учебниках по истории. То есть в 8-9 классе это будут изучать, вот эту ситуацию. Зомби, блядь, из Майнкрафта какой-то. Ладно. На самом деле... Вань, я готов тебе дать 500 000 за это. Нет, я откажусь. Вань, ты чё, еблан? Соглашайся, 500 000 долларов. Ой, бля. Чё, на меня это действительно похоже? Вот смотри. Не похоже. Ёбнешься. Похоже, Вань. Похоже. Подождите, меня зовёт мама. Мама зовёт. Что, мама? Мясы. Первый вопрос. Нахера ты держишь этот микрофон у рта, когда разговариваешь со мной?
И второе... Было у тебя такое в реальной жизни? Что? Нет. Что типа, ну, мама там позвала, ты такой, привет, мам, сегодня я буду ужинать. У меня все. Не было такого? Нет. Точно? Я что, тиктокнулся? Блять, ну ладно, это аргумент, поехали. Ну-ка пошел и снял свой этот тип-топ, тик-ток, где ты материшься как сапожник. Я хочу, чтобы ты сказал все слова, которые знаешь. А если не знаешь, спроси у меня. Мама. Ну-ка, я тебе уже там шубу выбрал. Так что давай, иди. Хорошо, мам. Всем привет. Я решил согласиться на спор с Авилоном. И прямо сейчас я скажу матерное слово. Но чтобы мне было не так стыдно... Было, было такое, Ваня, знаешь, что было. Я первоплощусь. Блять. Ну что, Авилон, жду 500 тысяч. Вадя, я думаю, ты видел, как Ваня сказал матное слово у себя в ТикТоке. Ты ему уже заплатил денег? Ну, фишка заключается в том, что нужно было говорить в ту же секунду это слово. То есть, если ты сказал там через минуту, через, ну, следующую секунду, это уже недействительно. Ну, слушай, как я понял, ты прямо сейчас пытаешься заскамить Ваню, да? Ну да. Я что, дебил ему по улям отдавать? Все, Ваня, я удалил Вадю с этого разговора. У меня к тебе есть предложение. Я предлагаю тебе записать... С Новым годом. Спасибо, передадим. Спасибо. На Эвилон. Обосрать его, сказать все, что ты... О, вот Дисней и Вилона сейчас бахнем. Понимаешь? И ты можешь материться там, в этом Дисе, сколько ты захочешь. Коля, а что такое Дис? Это дизлайк. Это факт, я скажу за деньги мат, скажу сука, скажу бля, и в карманчике плюс лям. Я б такой не спел. Свою прическу, чтоб ветер не сдул. Кстати, Эвилон, носатый ты пизду. Сказал одно, сделал другое. Где же мой донат? Я скину реквизиты Тинькофф или Сбербанк. Мой хоплей это вершина. Твой смех это паршиба. Матюкаюсь только пла. Ну а ты уби без пла. Но в ТикТоке я король. Не завидуй, я крутой. Я побил и кофича. За деньги и мат, скажу, скажу, блядь. Ой. Рофу, дикий, дикий рофу. Ваня, подпевай. Если это про меня, то мне не понравилось. Это не про тебя, это, скорее всего, пелось про меня. Вот сейчас про тебя будет петься. Просто продюсер, я кручу газик, делаю банки, чтобы отправить все только Ивану. Как же иначе, без наебалова. Это мой бизнес, но и мой друг. Это мой кореш, но и продукт. Богатый, красив, зови меня папочка. Ну а Иван, ему давам. Это факт, я скажу за деньги мат. Скажу, сука, скажу, бля. И в карманчике плюс лям. Это рофл, рофл. Дикий, дикий рофл. Это рофл, рофл. Плотненько. Плотненько, правда? Ну... Ну согласись, это плотненько. Как-то мне трудно было. Что трудно было? Слушать такую песню. Ебать, на пушке 2 ляма да, за один да, день да. На моем интервью? Да. Да! Да! Ебать, 2 ляма за один день на пушке, ебать, чуваки, лучшие. Круто, надо лайк поставить. Это максимально комфортный человек. Как же хочется, чтобы он добился небывалых высот. Ладно, только хотела сказать, что вы мне очень помогли в сложный период моей жизни, и я вам очень благодарна за то, что вытащили из депрессивного дерьма меньше, чем 3. Да ладно, Полечка, пожалуйста, нам было несложно. Тебе спасибо, что помогла вот нам сейчас копеечкой. Вань, скажи спасибо. Спасибо большое.